Здравия желаю. Сегодня, значит, испытываю прибор на 0,1 и 0,4. Так нагномало вчера испытывал. Показания хорошие, все нормально, но вот это вот реле, вот это вот китайское, заедает. Чуть-чуть поработать заедает. То есть сейчас заказ дал. Должно подойти более, как говорится, старого типа там нашел. На Алиэкспресс нашел старого типа реле. Многофункциональное, там что-то 50 этих режимов ставить. Плюс ставится, это даже сотые ставится. Плюс можно подключать не один прибор. Вот как здесь у меня мотор. А сразу там 4-5 штук всяких. То есть хорошая вещь, не знаю. А сейчас вот смотрите. Вот включаем. Пробуем. Включаем здесь вот. Сразу возбуждение. И вперед. Вот она показывает, что. Опа, видите. Вышибла. Опять пошла. В общем, что? А пусть реле залипает, а так нормально. Вот опять залипло. То есть система работы, вот это вот китайское дерьмо только, как говорится, исправить его. Залипание идет. Ну а так показала вот. Сейчас нарисуем это. Я тут замерил, значит, 126 было выход. Так. И минимально 90. Тоже 126. Ну где-то в среднем 90, значит, 126. Вот калькулятор. 126 плюс 90. 216 делим на 2. Ну где-то вот 108 показателей. Это выход. 126 выход, когда включено, 1,1 секунду включено, а вот выход 126, на 6 лампочек тут. А когда это, на 90 до 126, то есть, там, видать, когда, видите, когда обратный ток попадает, оно опять к этим данным повышается, как, ну, к данным как будто бы включено. Когда уходит, оно до 90 опускается. В общем, в среднем 108. И сейчас мы-то нарисуем это, что получается. Вот. Значит. Проверка. Мотор. Так. Вот генератор выходной. Так. Секунду. Так. Свет можно пока выключить. Вот видите, релюшка вот она. Релюшка. Вот это вот. Слабое место очень в схеме. Вот она. Производство чайно. Поэтому это маленькое это самое. Застопорился процесс. Так уже как бы все готово уже. Так, вот она 0,1 секунда, она в работе, так, и 0,4, ну, как я вчера говорил, 0,3,5 где-то вот так здесь, не 0,4, она меньше, 0,3,5 стоит, вот она, значит,
126 здесь выход, вот. На калькуляторе. 20 разделить на 126. 1,7. И вот мы 600 делим. Разделим на 1,74,6. Вот так. 343, вот она, видите. 343. 343. И здесь сотка примерно. Сотка берет выход. Вот. А дальше уже 90 идет. 220 разделим на 90. Так. И тут, значит, 600 разделим на 2, 444, 245, и сминусуем, это минус, когда нету 100 вольт, когда нету 120, там где-то минус 10%, ну 20% даже отнимем, то есть 40 отнимем, то есть 200, где-то вот так получается. 200, вот так, смотрите, вот это будет батарея у нас, пока батареи нет, и вот по частям ее делим, значит, первое 200, еще 200, еще 200 залетает, еще 200, то есть 0,35 и 5 десятых, то есть половина, еще 100 залетает. Вот так вот. Вот. А здесь у нас, значит, 443. Это расход. Идет расход. Минус 443. И сразу же здесь вот эти 343 возвращаются. Значит, минус 100 расход. Минус 100. А тут вот, видите, 700. То есть 600 ватт. Таким образом, то есть показатели выше, 600 ватт выходит. Это уже чистой энергии. То есть 700 здесь и минус 100, 600 ватт. Чистый. Вот. Или вот так вот считаем по-другому. Значит, 443 затратили и дальше берем 700. 700 назад. И плюс вот эти 343 первоначальные. Тоже назад идет. Получается 1043. 1043. И вот тут у нас, видите как, калькулятор, значит, 1043 делим 443, 235 и помножаем на 100, 235 КПД, 235 при такой, видите, схеме, даже выше. КПД 235, вот. А чистый выходит, чистый 600, то есть 600 ваттный. Но, как вы видели, реле то работает, то нет. То есть, значит, заменяем реле, вот скоро подойдет. Вот. И, наверное, уже и дело пойдет.